В центре внимания российских инвесторов – высокие технологии. Особенно сейчас. В северной столице накануне старта Международного экономического форума прошла презентация инновационных проектов в области энергетики. Авторами работ выступили студенты и молодые специалисты, работающие в этой отрасли. Основным трендом развития были названы энергосберегающие и зеленые технологии, а также построение так называемых умных электросетей. Как отметили участники, технологически Россия сильно отстает от европейских стран. Потенциал развития очевиден. Отдельное внимание в проектах уделили сотрудничеству с другими странами, в частности с Китаем и Францией. Авторы лучших разработок получили возможность пройти стажировки в ведущих компаниях отрасли. Это придало мне силы в дальнейших своих возможностях, и я убежден, что у меня все получится и все будет очень хорошо. Это замечательные люди, и это замечательное мероприятие, оно дает только успех. Довольны результатами и организаторы форума. По их мнению, начинающие инженеры представили на нем достаточно серьезные разработки, связанные с развитием и интеграцией российских энергосетей. Я в очередной раз убеждаюсь, что у новой энергетики, у энергетики страны очень надежное будущее и такое современное. Цель вот этого участия ребят в наших дискуссиях, она, в первую очередь, самое главное, это то, чтобы эти ребята в перспективе активно взялись за реализацию своих идей, за реализацию этих проектов.